Добрый день, девочки и мальчики, мамочки и папочки, бабушки и дедушки и все-все, кто хочет, чтобы их ребенок был самым успешным. Сегодня мы проводим с вами второе родительское собрание в первом А-классе. Здравствуй, школа! Ученики нашей школы с 1 по 4 класс обучаются по учебно-методическому комплексу «Перспектива». Основная цель «Перспективы» – это всестороннее гармоничное развитие личности, реализуемое в процессе усвоения школьных предметных дисциплин. Сюда входит духовно-нравственное, познавательное и эстетическое воспитание. «Я в мире, и мир во мне». Важно, чтобы обучение способствовало построению образа «я», которое включает в себя самопознание, саморазвитие и самооценку, а также формирование гражданской идентичности личности, принятие и осмысление нравственных и культурных ценностей. «Хочу учиться!» Ребенок часто задает вопрос «почему?». Ему интересно знать все и обо всем. Наша задача – сохранить этот интерес и при этом научить ребенка самостоятельно находить ответы, планировать свою деятельность и доводить ее до конца, оценивать результат, исправлять ошибки и ставить новые цели. «Я общаюсь, значит, я учусь». Процесс обучения невозможен без общения. То есть, во-первых, учить ребенка свободно вести конструктивный диалог, слушать и слышать собеседника, а во-вторых, формировать информационную культуру, находить необходимые источники знаний, учить получать информацию из различных источников, анализировать ее и, конечно, работать с книгой. В здоровом теле здоровый дух. Здесь важно научить детей самим заботиться о здоровье, понимая, что здоровье – это не только физическая, но и духовная ценность. Умение сопереживать, сочувствовать, заботиться о себе, о природе, об окружающих людях, беречь и чтить то, что ими создано. Комплекс создавался параллельно с разработкой Федерального государственного образовательного стандарта ВГОС, начального общего образования, требования которого нашли свое теоретическое и практическое воплощение в учебниках ОМК «Перспектива». Учебники ОМК «Перспектива» формируют интерес детей к истории своей семьи, малой и большой родины, традициям и обычаям народов России, культурному наследию, трудовой деятельности и так далее. Комплект для начальной школы «Перспектива» 1-4 включает в себя русский язык, литературное чтение, математика, окружающий мир, технология и музыка. В учебнике включен теоретический материал, которому предложены практические, исследовательские и творческие задания, которые позволяют активизировать деятельность ребенка, позволяют применять полученные знания в практической деятельности, создают условия для реализации творческого потенциала ученика, формируют ценностное мировоззрение и нравственную позицию личности. Каждый учебник снабжен системой заданий, направленных на развитие как логического, так и образного мышления, воображения и интуиции ребенка. Обучение по комплекту «Перспектива» позволит каждому ученику сохранить самоуважение и интерес к познанию и открытию нового. В учебниках задания предлагаются в такой форме, чтобы оживить познавательную активность, любознательность и познавательный интерес ребенка. Новая система направляет активность ребенка в сферу культуры и свободного творчества. Преимущество ОМК «Перспектива». Обучаясь по этой программе, ученик на каждом уроке приоткрывает для себя будущие темы обучения. Обучение строится по диалектическому принципу, когда введение новых понятий и идей, первоначально представленных в наглядно-образной форме или в виде проблемной ситуации, предшествует их детальному изучению. Сегодня на родительском собрании мы рассмотрим русский язык.
Учебники УМК «Перспектива» прививают интерес к русскому языку, раскрывают секреты его оживления, вводят в мир науки о языке, помогают ощутить его как стройную и гармоничную систему, приобщают ребят к искусству слова, помогают младшему школьнику понять и почувствовать эстетическую ценность русского языка. Начинается обучение русскому языку с обучения грамоте. Обучение грамоте является органической частью учебного предмета «Русский язык» и имеет с ним общую коммуникативно-познавательную основу. Курс отвечает целям гуманистической школы, интересам и потребностям ребенка. Он призван сформировать высокую культуру речевого общения, развить творческие способности учащихся, приобщить их к духовно-нравственным ценностям. Содержание азбуки нацелено на параллельное развитие письменной и устной речи детей. Она знакомит с увлекательным, развивающим, специально подобранным литературно-художественным материалом, мудрыми текстами, высказываниями, пословицами, поговорками, играми со словом, вопросами и практическими заданиями. Ее удачно отличает введение в теорию литературы через сравнение жанров, авторов, текстов, сравнение текстов по стилевым особенностям, а также хорошее полиграфическое исполнение и широкое использование ярких иллюстраций. Данный УМК отличает новый нестандартный способ организации речевой творческой деятельности – обучение детей грамоте на коммуникативно-познавательной основе. Практически на каждом уроке создается коммуникативно-речевая ситуация, позволяющая вступать в сотрудничество со своими сверстниками и со взрослыми, что позволяет организовать постоянную речевую деятельность учащихся. Яркие занимательные иллюстрации вызывают у первоклассников горячее желание рассказать о своих любимых занятиях, выслушать выступления других ребят. Комплекту предназначена рабочая тетрадь «Рисуй, думай, рассказывай». Она предназначена для работы в подготовительный период обучения грамоте. Работая с ней, дети имеют возможность рисовать и раскрашивать, штриховать, что помогает укрепить мелкую мускулатуру пальцев, развить координацию движений руки при письме и тем самым хорошо подготовиться к написанию букв русского алфавита, слов и предложений. Также предусмотрены прописи в двух частях «Мой алфавит». Они дают образцы печатной и письменной буквы, простейшие структурно-семантические модели слов, включают упражнения на написание слов, предложений и небольших текстов, формируют начальные орфографические навыки. Рабочая тетрадь «Пиши красиво» предназначена для закрепления каллиграфических навыков, развития мелкой мускулатуры руки, овладения письменным шрифтом. Дидактическое пособие «Читалочка» предназначено для отработки навыка чтения, закрепления знаний и общеучебных умений, полученных учениками при работе по учебнику «Азбука». Система игровых и занимательных упражнений способствует формированию навыка чтения целыми словами, обогащает словарный запас первоклассников и развивает их речь. Авторы постарались сохранить в своем учебнике лучшие достижения отечественной букваристики, расположение букв в порядке их частотности, таблицы оппозиции букв для обозначения гласных и букв для обозначения согласных, аналитико-синтетический метод обучения чтению, интеграции письма и чтения в период обучения грамоте, учет разного уровня подготовленности учащихся, внимание к орфографической стороне, к формированию красивого почерка, прекрасный подбор иллюстративного материала и текстов. Такое сочетание новизны исследования традициям делает учебник «Азбука» стройным, цельным и гармоничным. На сегодня наше родительское собрание подходит к концу. Послушайте колокольчик. На сегодня наше родительское собрание
окончено. Предыдущее родительское собрание будет по ссылке в описании. Следующее родительское собрание мы проведем через неделю. Я расскажу, что нужно ребенку к первому классу. С вами была Елена Викторовна. Подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик. И вы тогда будете в курсе всех событий. Спасибо вам за внимание. Всего вам самого-самого доброго.